Так а зачем тогда библиотеки нужны? Чтобы вспомнить прошлое время, собственно. Историю? Да, историю России по книгам. В книге же все, правда, а в телефонах уже перенос не настоящий. Зимой частенько, да. Довольно часто зимой, на самом деле. Ну, когда время находится. Холодно, да? Сидим, да, приходим, да, читаем. Да, читаем, там, играем, там, все делаем. Время очень редко, очень. Ну, я думаю, телевидение не умерла. Нет. Ходят люди. Ходят люди. Дети ходят, и взрослые, да, ходят. У меня знакомая ходит, она в библиотеке. Она говорит, я все время хожу, беру книжки, читаю. Книга интереснее, чем смартфон этот. Во-первых, у нас и нет такого. Ну, вернее, я не умею. Я больной. Мне некогда читать. А все же есть в интернете. Ну, есть, но иногда чего-то нету, и надо в библиотеку сходить. То есть можно так сказать, что в библиотеке есть больше, чем в интернете, да? Да? Ну, а когда последний раз и какую, если не секрет, книжку вот вы читали? На самом деле я не помню. Ну да, раньше читали, а теперь уже все. Все, что хотели, прочитано. А что теперь читать? А любимая книжка-то какая-нибудь есть? Ну, так, если вспомнить. Любимая книжка? Не помню. Последняя читала «Змеелов». Ну, библиотека нужна. У меня ребенок довольно-таки часто ходит в библиотеку, потому что школьная программа. Многих книг просто в электронном виде просто, ну, дорого получается покупать. А так, пользуемся, да. Ну, это в основном детская. Потому что для взрослых что-то как-то уже привыкли к гаджетам. Советской власти свечу зажег, электричества не было, керосина мало. В 44-45 свечу зажигаю и на печи, и читаем сказки. И для нас это было удовольствие. Вот, ну, если честно сказать, сейчас нет. Некогда читать. Некогда. Но мы только за честность, конечно. А как считаете, сейчас библиотеки актуальны? Они еще нужны? Конечно, нужны. А зачем? Ну как? В интернете это не то. Вот книга есть книга. Понимаете? Ее читать надо. И там все написано как изначально. Вы часто книги читаете сейчас? Я электронные читаю. А насколько, считаете, нужна сама по себе библиотека? Или она устарела? Нужна, чтобы хранить старые книги какие-то, которые есть в бумажном виде. Все оцифровано уже. Ну так там, может, пометочки чьи-то будут. Интересно посмотреть, человек читал какой-нибудь наш знаменитый, пометочку поставил.